Итак, Дворцовая площадь, 27 мая, выступили солисты ведущих оперных сцен мира Ла Скала, Ковенгарден, Метрополитен Опера, Парижские и Венские оперы с Хворостовским вместе. Около 450 тысяч жителей и гостей Петербурга, говорят, послушали этот концерт. Абсолютно бесплатный вход и, на удивление, очень хороший звук везде на Дворцовой площади. Порядка 5 больших экранов с хорошим качеством картинки. Просто было здорово. Очень понравилось.
Короче говоря, это было круто, просто это было супер. Oh,